Слушай, Пит, я сейчас заполняю анкету для колледжа, и там надо рассказать о себе. То есть продать им себя. Это так тупо. Поможешь мне советом? Ну вот, взять меня. Привет, я Питер Паркер. Мне 25, у меня диплом бакалавра по биофизике, и я люблю лучшую женщину на свете. Хвастун. И лучшую журналистку в этом городе. Да, MJ крутая. Я стараюсь брать пример с другой лучшей женщины на свете. Тети Мэй. Опять хвастаешься, а? А однажды меня укусил радиоактивный паук, и я обрел суперсилу. А об этом же нельзя писать. Эй, ну, мысль идет своим чередом. Я обратил эти способности на благо людям и против тех, кто желал им зла. Как мой наставник, доктор Отто Октавиус. Его лабораторию закрыл бывший коллега Норман Осборн. В отместку Отто применил биооружие. Я сумел остановить его, но мне это дорого обошлось. Неплохое резюме. Но я же не Питер Паркер. Именно. Ты Майлз Моралес. Тебе 17 лет, ты учишься в Академии Visions. Что еще? Ну, я... время от времени помогаю маме, советнику Рио Моралес, с ее проектами в Гарлеме. И есть одна девушка, которая меня восхищает и вдохновляет, и... я считаю ее одной из лучших наших художников. И меня тоже укусил радиоактивный паук, наделив меня суперсилой. Как быть пауком, я учился у оригинала. Но как быть героем, я научился у папы. Он погиб при взрыве, устроенном Мартином Ли. Добро, которое я творю, это добро, заложенное в меня отцом. Было трудно. Иногда даже сверхспособностей недостаточно, чтобы спасти тех, кто нам дорог. Но герой — это тот, кто не сдается. И я не собираюсь. Не знаю. Я не могу рассказать про себя, не упомянув про паука. Все ты можешь. Надо просто... Приветище! Это Человек-паук 2. Новая история двух пауков. То есть, как бы, символически цифра 2 и два Человека-паука. Питер Паркер и Майлз Моралес. Ну что ж, начнем же! 2 года назад. Все готово. Приступим. У меня к тебе просьба. Говори. Если не поможет, не упорствуй. Поможет. У меня осталось мало времени. Я хочу хоть попрощаться. Я не дам болезни взять вверх. Я никогда тебя не отпущу. Вот это поворот! Оззи Осборн с симбиотом! Просто так. Садитесь. Я здесь! Питер, ну ты как всегда, елки-палки. Доброе утро. Сегодня урок будет вести новый учитель. Привет. Меня зовут Пит... мистер... мистер Паркер. И
И нам всем очень повезло. Потому что это урок физики, а физика рулит. Вы знаете, что позволяет насекомым и птицам и ящерицам бегать по воде? Два слова. Поверхностное натяжение. Можно выйти? Ладно. А натяжение держится на когезии. Формула тут такая. Натяжение, гамма, равняется силе, приложенной параллельно поверхности жидкости. F, поделенной на длину, L, линии действия этой силы. Кто-нибудь... Мне нужна помощь. Мистер Моралес, так? Вы точно не можете справиться самостоятельно? Точно. Ну, ладно. Прочтите главу 4 или 5, или не знаю. Майлз, я рискую! Если директор вернется, а меня нет, меня уволят! Знаю, но ты только глянь. Почему сегодня? Меня точно уволят. Да, не фартануло, ребят, не фартануло. Ну, теперь их двое. Они вообще изи должны справиться с этим песчаным чувачком. Удерживайте R2, окей. О, я за Паркера играю. Ништяк. Директор Эванс и так не простит мне это опоздание. Я же говорил, она этого не терпит. Ничего, мы буквально туда и обратно. Хорошо бы, а то у меня потом разговор с психологом по поводу колледжа. О, ты дописал эссе? Даже не начинал. А, ну, давай в центр, побыстрее разберемся с Марко. У нас тут какие-то перегонки с Моралесом. Конечно, они не конкурируют. Привет, Джейс. Эй, ребята, поскорее двигайте в центр. По Бруклину. Джеймсон отправил тебя делать репортаж? Не верится, что старина Джей-Джей-Джей твой новый босс. Мне нравится новый режим. Ты быстро приведешь его в чувство. Так это, что там с Марко? Мы уже много лет не виделись. Очевидцы утверждают, что он бежал по Бродвею, выкрикивая что-то невнятное. С их слов он как будто был в бреду, не в себе. Он просто взорвался. Да, надеюсь, мы сможем его успокоить. Я видела, как люди сходят с ума. Осторожно. Хорошо, что у нас два Человека-паука. Удачи. Спасибо, МДжей. Тут бы пригодились новые наработки. Ни за что. Их еще не тестировали. Это прототип. Но ты взял их, да? Без комментариев. Как здесь песчано. Я хочу за вертолет зацепиться на самом-то деле. Но что-то мне это не дают сделать пока что. Ну, покажи свою рожу, песчаный чувачок. Вообще вертолетом в такую погоду не очень желательно летать. Моторы забьются и будут они падать. О, камни летят. Какой ужас! Осторожно! Клониться надо, да? Ты живой? Да! Похоже, мы его нашли! Марко! Человек-паук! Это песочный человек? МДжей не шутила. Надо помочь ему, пока не пострадали люди. О, меня сам сбило. Песчаная рука. А что с ним делать? Может, в него обратно кидать эти здания и прочее? А, меня опять сбило. Я думал, ты будешь только в машинке кидать. Но нет, он еще кидает всякую фигню. Что с тобой делать? Порожи-то я тебе всяко разное не смогу надавать. Поэтому надо придумать. Он замахивает, брат! Оу! Вот это да! О, чуть, тихо. Он и правда взбесился! Его надо остановить! И скорей! Отличный ворот! Вон, цепляй! Может, он голоден? Кинем ему что-нибудь пожевать! Да что-то как-то это не шибко помогло. Открой ротик! Отхватил нокаут!
Лечение, облечимся. Облечимся. Сказал, как будто обгадимся. Ладно. Я за здание спрятался. О, можно фигнуть ему в нос. Вот черт. Это была очень плохая идея. Тебе бы выпустить пар, Марко! Йогу не пробовал? Видимо, ему ближе пилатес. Это идея! Я опять не говорил, бежать! Что хорошее! Это должен был быть обычный день! Урок физики! Неловкая болтовня в учительской! Все будет хорошо! Обожаю Человека-паука вот за такие моменты, за экшен и классные трюки. Человек-паук, распишешься за доставку? Пока горячее! Конечно! Поймал! О-оу. Мини-двойники? Мне бы таких. Давай разберемся с этими двойничками. Правда, в оригинале я их не видел. Я спустил мистера Тошнотика, но его успело вывернуть мне на костюм. Он не единственный. Песочный человек только что отрыгнул новых друзей. Что за... Он и так умеет? Похоже. Давай скорей. Я... пытаюсь использовать кое-какие приемы, которые из прошлых частей Майлз Моралес запытался применить, но, видимо, Паркер еще не обучен этому. Хотя, казалось бы, Паркер — это наставник Майлз Моралеса. Чего он не может? Чего он не умеет-то? Он все умеет. Уклон. Сава. Мистер Паркер. Простите, кто это? Директор Эванс. Конечно! Директор! Все ученики эвакуированы из здания. Где вы? Меня тут лупят песчаные чуваки. Извините. Забыл. Кое-что в машине. Что за шум? Ничего. О, руки появились. Ну что, теперь вам хана. Паучий шквал. Давай. Неплохо. Атакуя, защищаясь, вы заряжаете такие способности, как паучий залп. Продолжим. Сработало? То есть я уже бегу назад? Вернитесь к своим ученикам или пеняйте на себя. А, не нравится мне это! Хватит орать на меня! Где залп? Я уже рядом! Ты там как? Майлз, директор Эванс звонила! О, черт! Меня исключат? Эй, ты просто прогулял! А я оставил учеников во время ЧП городского масштаба! Да уж, ты попал. Я крупно попал, я тебя чувствую. Тот устроился на нормальную работу. Может, ты меня отпустишь? По-братски. Песочный человек. Ненавижу это прозвище. Я знаю, ты на меня зол. Ты здесь вообще ни при чем. Отстань от меня. Я хочу помочь. Только заранее извини. Трубу давай на него с водой. Отличное решение. Он меня как муху пришлепнул, слушай. Ну да, я же действительно насекомое. Почему бы и нет? И сгинул паучок. Нет, не сгинул. Его вытащил другой. Значит, он был не рад встрече. Да. Чувство ностальгии ему чуждо. Звучие пески — это, конечно, отпусти сильно. Меня. Не то убью. О! Он не слушает. Майлзик. Как бы поднажать? Как? Он ненавидит воду. Плечо уже намокло. Тогда он и электричество небольшой фанат. Вот именно. Мне дико нравится Майлз за счет вот этой вот электрической его силы. Это было больно! Но нам надо больше воды! Тресну паутиной, как пойдет искра. Я пока послежу, чтобы вода шла. Че, вы хотите сказать, что Майлз нас будет выручать, да? Стрелять паутиной, лады. Он оглушен!
Ой, он меня сдул. Да что ж, я ж нажимал кнопку. Ой, меня впечатало так в здание, хорошо. Ладно, попробуем еще. Постреляем из эжектора. Прям в рожу ему. Готово. Че, серьезно? А когда ты успел паутины намотать себе какую-то фигню? Вода, это хорошо. Пришло время действовать. Песок, вода и жара дает стекло. Ну, Майлзу сейчас не до этого. Очень не до этого. Ой, зрелищно-то как. Я уж думал, тебе крышка. Легко от меня не отделаться. Сейчас Ганки наколдует. Ганки, ты тут? Чувак, это жесть, представляю. Эй, слушай, нам нужен большой источник воды рядом с Уолл-стрит. Сейчас гляну карту. Будь осторожен. И вы тоже, мистер Паркер. Хорошо. Что? Что? Он знает? Ганки все знает. И еще мы очень странно вели себя в классе. Нельзя было устраиваться в школу для одаренных. Одолжишь щепотку песка? Надо бы ему в рожу... А, нет, надо у него кидать. Пока есть вещи, чем кидать. Какой на сегодня прогноз погоды? Вероятность дождя 100%. Хорош, Паркер. Есть пробитие. Ребят, водяной бак на Мэдисон Билдинг. Вот что вам нужно. В нем 10 тысяч галлонов. Хорошо. Спасибо, Ганки. Зря вы так мне полезны, пауки. Все еще считаешь, что там где надо? Кажется, я поторопился. Он становится все больше. Это уже лег. Мы уже близко. Еле выбрался. Человек-паук! Я хотел жить нормально, как все люди. Это не путь, Марко. Для такого, как я, иного пути нет. А у меня есть суперсила, смотрите, какая. О, хорошенечко. Лезь на крышу. Окей. На крышу? Так что-то мне на крышу пока не дают. Залезь. Готов? О, вот теперь дадут. Уклоняемся. Какой-то другой чувачок. Иди сюда. Я тебя поближе разглядеть хочу. Шипами и кидать умеет. Опа, ворот. Давай! А, вода, вода пошла. Это ваша шкала концентрации. Когда она заполнится целиком, вы можете лечиться, чтобы заполнить шкалу. Понял, все просто. Давай подлечимся. А теперь я предлагаю сделать вот что. Хорош. И вот так вот, добивай-ка. Где ты, Пит? Не выходи! Окей. Видимо, занят. Если с баком не получится, это надолго. О-оу. Это нам сейчас не к месту, мы ползем дальше. Я хотел пожить нормально. Еще не все потеряно. Теперь уже поздно. А, черт! Побежали. Ништяк, но здесь другие. Добивающие приемы называются сокрушительные атаки. Расходуешь как минимум одну полную шкалу концентрации, чтобы накапливать концентрацию, атакуете врагов и уклоняться от их ударов. Окей. Это как в первой части. А нельзя было ограничиться песочными замками. Марк,
Все в порядке? Я тут с Питом. Я знаю. Ты на всех каналах. Я еду в центр помочь организовать раздачу припасов. Ганки придумает для тебя отмазку. Да, но у меня сегодня еще встреча с психологом. А директор думает, что я... Слушай, с директором я поговорю. Сейчас ты нужен Нью-Йорку. Ты лучшая мама в мире. И прошу, будь осторожен. Текиеро, Михо. Как сказала мама, я не могу подвести Нью-Йорк. Я там воду вроде приоткрыл, но под нее никто не попал, поэтому как бы все плохо. Чего-то у вас слишком много тут ребят. Огнетушитель, остудитесь. Комбо. Фаталити, бабалити, анималити, все дела. За что? Я только хотел подойти посмотреть. Расправились. Вот бы я мог про это написать в эссе. Я бы поступил в любой колледж. Или, вернее, Человек-паук. Ладно, об этом потом, Майлз. Соберись. Воу, брейк-данс. Шикарно. Иди сюда. Вон то надо оторвать. Но ладонь никого... А нет, облила кого-то, облила. Да блин, достали вы со своими земляными кулаками. Песчаными, точнее. Как успехи, Человек-паук? Уже почти. Ваш основной наш. Вообще-то теперь его. Такая рожа. Нет, никого его. Давай-ка лучше его напоим. Хлебника водички. А то у тебя слишком сухо во рту. Получилось? Нет. Пит! Доставай новые игрушки! Последняя прошивка местами глючила, но... была не была! Юху! Паутинные крылья! Они работают! Это еще не конец! Марка у четвертого причала! Что будет, когда он доберется до песка? Похоже, уже добрался! Ты мне нужен, Майлз! Срочно! Да! Вижу его! Мы за тобой, чем... Майлз! Ой. Майлз! Нифига себе, я вроде бы только летел... В нормальном таком пространстве, а теперь... Ты должен успокоиться, Марко! Невинные люди в опасности! Ты волнуешься за них, а не за меня. И за тебя тоже волнуюсь? Марко, послушай песочного человека. Упс. Ты мог бы стать на стороне добра и помогать мне бороться со злом, но нет. Так, не прокатывай, да? Ау! Крылья, 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 крылья. Отлично. Что я пытаюсь сделать вообще без Майлза? От молнии, ну за что? За что ты так со мной? Майлз? А кто еще? А, ну ладно. Это была молния Майлза, скорее всего. Есть идеи? Он не специально. Продолжим урок физики. Полную шкалу концентрации можно потратить либо на лечение, либо на сокрушительные добивающие приемы. Класс! Буря Марко вырабатывает огромное количество энергии! Что будет с поверхностным натяжением песка, если ты поднимешь напряжение? Бульбури, как когда я вдарил по миньонам! 5 плюсов! Если стерешь достаточной энергии, я швырну ее прямо в него! Хочешь, чтобы меня ударила молния? Ты справишься! Лишь один способ узнать! Побереги! Красивое двойное добивание. Очень здорово.
Вот эту штуку вот бы я бы взял, которая летела сейчас. Паутиночкой можно было бы ее притянуть. О, добивай-ка. Вот с теми чуваками сейчас вот так вот сделаем. Смотрите. Блин, все с одним сработало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подлечимся. Черт, уклоняйся. Фух. Надо вон тех сбить. Давай. Хорош. Сейчас подлечимся. Хотя концентрации нет, и это плохо с одной стороны. Пойдет. Е-е, лечимся, лечимся. Окей. У меня здоровье вообще не к черту, ребят. Почему вы упорствуете? Вот так-то лучше. Потому что мы обещали защищать город. Да ёлки-палки, опять! Ну, Майлз, ну как так-то? Или это не его молния? Это молния песчаного чувака, который непонятно как ее вызвал. А Майлз-то и заряжается. Ему-то это на руку. Давай, Майлз! Жарь его! Сделай огромное готов! Стеклышко! Готов! Ну что, погнали? Расщепительный лазер! Прорезал напополам этого песчаного бугая. А мы слились так аккуратненько в воду. У меня песок везде. Марко, все образуется. Для меня уже давно все решено. Если тебе нужна помощь, просто скажи. Это вам понадобится помощь. Они придут за вами. Кто придет? Шесть месяцев назад. Какой-то хищник. Ты размяк на старости лет, Сергей. Сережа. Эта участь тебе не грозит. Я следил за тобой часами, а ты даже не знал. Слабак ты. А это кто, Иван, который Сережу держит? Сережу убили. Нашли. Сэр, может, новые угодья? О, женщина-кошка. Помню, я ее котят собирал. Зажгите огни. Охота грядет. Спайдермен 2.
Тебе понадобится помощь. Приз получен. Первая достижуха. Приложение не пашет. Пит, ты это видишь? Не бойтесь, все позади. Да, тут то же самое. Эй, Ганке! Знаю, знаю. Сеть связи накрылась по всему городу. Что происходит с поступающими запросами? Они не пропадут, но... Стоп! Есть у меня один вариант. Давай скорей! Перед тем, как приложение сдохло, пришел вызов с перекрестка Либерти и Бродвея. Направляюсь туда. Ну, погнали! Прыжочек. Просто ужас! Марко, что на тебя нашло? Хотел в голубе влететь, но не получилось. После водички, меня же водой сейчас облило, перья бы на лице у меня точно вот остались. Я помогу, держитесь! Вы как? Теперь нормально. Спасибо. Человек-паук, ты нужен шефу. У меня тут дела важные, извините. Человек-паук, можно тебя? Здесь кому-то помочь надо? Поступил вызов из участка, но связь оборвалась. Нам нужно расчистить дорогу. Понял вас. Ага, машине помочь надо. Ладно. Давай попробуем. А что дальше? Мистер Паркер, поможете мне починить приложение? Что сделать? Заберитесь на крышу дома на углу Ворд и Лафайет. Какой план? Телекоммуникационную сеть восстановят еще не скоро, так что мы протянем свою сетку. Это серьезное дело. Сколько же ты готовился? Ну, мечтал я об этом с 7 класса, а готовился последнюю пару минут. Там должна быть пусковая установка. Что это такое? Это от одного нового стартапа. Ладно, говори, что делать. У тебя же остался 3D-принтер, встроенный в паутинометы. Надо быстро кое-что напечатать. Скидываю чертеж. Пришло. Выглядит как дрон. Ганке, мы не шпионим за людьми. Не, все добровольно. Жители шлют сообщения в приложение, а оно перенаправляет их через дроны. Они называются дроны-ретрансляторы для участливых горожан. ДРУГ. У меня теперь новый друг? Да! В 7 классе я был такой миляга. Ну и? Как поднять эту штуку в воздух? Частоты забиты почти под завязку. Так что держитесь отмеченной траектории. Так сигнал будет более четким. Запустить дрон. Вау, на дроне будем летать. Окей. Нифига себе, как он мчит прямо таки. Шустрый типок. Его еще колбасит не по-детски. Локальная сеть должна работать. Я уведомлю пользователей. Сообщения вот-вот начнут поступать. Пошло! Ну, за дело. Какое дело? Пойдем бандюганов на тех мочить? Новый уровень. Дайте мне прыгнуть. Показывайте мне, сколько у меня уровней, но дайте мне уже действовать. Ёлки-палки. Открыть дерево навыков. Ну, конечно. Вы повысили свой уровень и получили очки навыков. Эти очки можно тратить на освоение новых атак и приемов, окей? Это дерево общих навыков. В него входят навыки, доступные обоим героям. Лады. У каждого из героев также есть собственное дерево навыков. Откройте дерево навыков Питера. Все понятно. Это Майлз Моралес, а вот Питер. Вы выбрали паучий подброс, атаку, которая позволит подбросить в воздух несколько врагов. Приобретайте ее, потратив очко навык. Покупаем. Продолжаем. Вот, сообщение о преступлении.
Сейчас мы их накажем. Подгони поближе! Давай! Ну же! Времени у нас навалом. Пока копы тут разгребают песок, мы все быстренько обчистим. Грузите в машину! Он здесь! Вломи ему! Сломом на меня, серьезно! Атака в воздухе. Это надо пресечь. Что-то не получилось, атака в воздухе. Еще разок. Давай. Вот, вот это атака в воздухе. Кто догадался открыть стрелковый клуб в городе? Смотри, что могу. Надо подать петицию. Заменим все стрелковые клубы на что-нибудь получше. Скажем, клуб комплиментов. Они никому не вредят и платить не надо. Попался. Например... Ты отлично держишь удар! Молодцом! Получай! А правда? Идея-то классная! Меньше стрельбы, больше похвал! Вверху, вверху! Нормальное добивание. Очень неплохо. Покрутим ящик. Забудь о победе! Фух, с этими разобрались. Сколько их? Решили воспользоваться тем, что город завален песком. Знать бы, из-за чего Марков взбесился. Еще приехали. Окажем им теплый прием. В стиле паука. Пошли наши навороченные штучки. Гаджеты. Нам мешаешь! Это одна из моих способностей. Ловите мой гаджет. У меня приложение так и не работает. Я знаю. Нельзя же успеть везде и сразу. Дай мне минутку. Я перезвоню. Как думаешь, он на меня злится? Стресс иногда маскируется под гнев. Ты пока ищи, кому еще помочь. Теперь как будто ты злишься. Я просто сосредоточен на деле. Мама всегда так и говорит, когда злится. Слушай, мы давно знакомы. Ты хоть раз видел меня сердитым? Дай подумать. Вопрос риторический. Видел? Помнишь, мы пошли к тебе играть в настолку, и ты все время продувал? Я тогда злился не на тебя, а на вселенную. Он упал! У меня здоровье вообще ни к черту, ребят. Опа, успел. Со мной так не выйдет. Можно мне подхилиться, пожалуйста? Стволы отдали? Блин, одно попадание мне крандец. Сейчас ты сдохнешь, паук. Ух! Управился. Где отхил-то, елки? Дайте мне хоть сколько-нибудь. Там вроде кто-то калашмарится, а я такой. Дай-ка почитаю, что там смс-очки какие пришли. Компилирую новое приложение. Я решил, раз такое дело, заодно доведем его до ума. Нам не нужны примочки, лишь бы видеть заявки граждан. А я о чем? Пока ставится патч, надо бы расширить сеть. Как там дела у Майлза? Выбрать Майлза. Она там. Ей было трудно дышать. Майлз не занят? Что нужно? Заберись на крышу соседнего здания. Не вопрос. Удержите R затем, чтобы прыгнуть очень высоко. Сил набрались. Это что, прыжок Супермена сейчас будет? Уху! Класс. Эй, у тебя голос странный был. Все нормально? Да, просто тут надо много думать. А я голодный. А в торговом аппарате остались только те пресные крекеры. А вот же отстой! Переживу. Короче, я наконец взялся реализовать ту идею с апгрейдом. И поможет мне в этом друг, да не один. Это классная шутка, которая тебе пока непонятна. Но скоро поймешь.
Так, я могу как-то спикировать вниз. Сейчас попробую. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сальтуха. Нормальная такая была. Сейчас попробую еще разок. Давай. Во. Все, научился спикировать. Это здорово. Еще выше мне надо взобраться. Я еще не все сделал. В смысле, так наверх? Какой не все ты сделал? Наверх, говорю, давай поднимайся. Так, я на месте. Там где-то должна быть пусковая установка. Что-то я не вижу ничего похожего. Только компик. Может, песком занесло. Давай водой сейчас отмоем. Вон там есть рядышком вентиль. Ага, вот она. Все, я нашел установку. Теперь что? Теперь напечатай друга. Напечатай друга. Так звучит забавно. Еще один дрончик сейчас у нас будет. Понятно. ДРУГ. Дай угадаю. Для реагирования в условиях глушения. Почти, но важно другое. Тут используются пространственно и темпорально коррелированные сигналы. Распределительные вычисления. Ганке, ты гений! О, скажешь тоже. Я отметил траекторию для стабильной работы сети. Держись ее, и сигнал будет сильнее. Погнали. Блин, блин, блин. Вроде, когда... Я понять не могу, как мигает, когда я промахиваюсь. Но вроде все собрал почти. Итак, местная сеть подключилась. Пришло сообщение. Вижу. Я в пути. О, у нас тоже крылья есть. Ну, в смысле, у Майлза. Только я ими, походу, пользоваться не умею. В дерево влетел. Сейчас будем обезоруживать бандюганов. Парни видели паука у стрелкового клуба. Валим, пока не явился. Привет. Вам помочь? Быстро нажатие, стрельба из инжекторов. Ну давай. Ключи потеряли. Рядом есть мастер по замкам. Столько бандитов на одну машину. Не перебор ли? Обожаю. Вместо того, чтобы воровать, вы бы, не знаю, людей помогли спасать, что ли? Ненавижу. Он бросает его. Посторонись. Совершив уклонение, когда индикатор паучьего чутья окрашен красным, вы автоматически выстреливаете паутиной в атакующего. Попробуем. Вот. О, точно, сработал. А теперь паутинный захват. Михо, ты в порядке? Да, мама. А ты? Да. Я сейчас помогаю Глории в Фире. О, ты виделся с мистером Сумиком? Нет. Мы это обсуждали. Человек-паук не поможет тебе поступить в дальше? Я с ним поговорю. Обещаю. Мне пора. Давай-ка применим суперсилу. Бросайте в бой артиллерию. Артиллерию? Охладитесь, ребятки. Вот и хорошо. Что дальше? Ганки. Оу! Еще партия подъехала. Да сколько ж вас? У него золотые кастеты. Да ты крутыш. Здоровый. Парировав рукопашную атаку, в самый последний момент вы заставите врага потерять равновесие. Более раннее парирование не столь эффективно. Лады, давай попробуем. Парируем. Хорош. Я бы мог сидеть на уроке. Еще разок. Опс, не получилось. А сейчас? Ситуации. Давай, дубась. Такая физика, мне нравится. Блин, больше. Надо было тоже спарировать. Вот. Короче, с парированиями... Я никогда не любил парировать в играх, и у меня это плохо получается, поэтому я предпочитаю просто дубасить напролом. О, приятели подъехали. Надо было в машину кидать, это что же? Сейчас еще биоудар замутим. Промахнулся, я просрал биоудар. Вот, давай вот этого. Хорош. Иди сюда.
Может, вам профессию сменить? Я полетаем, дружочек. Стрельба из... Да я только что стрелял из жен-реакторов. Иди сюда. Вот и все. Я кунг-фу видал, мой? Шикарный вынос ноги. Приложение обновилось. Попробуй. Давай. Здорово. Пришел новый запрос. Застрявший в небоскребе. Выбрать. Ганки, ты молодец. Приложение стало еще лучше. Спасибо. Майлз, ответим на эти вызовы и обратно в школу. И обратно в школу. Там уже уроки закончились. Ребят, вы че? Я думаю, из-за ситуации в стране, вообще обстановка, как бы, да, на песке вся, там всех отпустили. Так что можно было бы и не возвращаться. Ладно, пополетаем немножечко среди песчаных вот этих вот каменных джунглей вниз. Человек-паук, спаси нас! Сейчас что-нибудь придумаем, вон вентиль есть. Кристалл пробил стену и вызвал лучей сюда же. Кристалл? Я разберусь. Вон он лежит. Отличный трюк. Майлз, это МДЖ. Как у тебя дела? Кажется, я опять дерусь с Марко. Он что, уже сбежал? Нет, я на плоту, он прямо передо мной. Но у меня есть догадка. Погоди, я поговорю с врачами. Ой-ой-ой. Блин. За текстуру камеры зашла, я не увидел, что произошло, но меня, походу, песчаные чуваки за ноги хотели схватить. Но им это не удалось. Я пообщалась с врачами. Там есть что-нибудь наподобие кристалла? Да. Ага. Врачи говорят, что разум Марко буквально раскололся на части. Жуть! И почему эти песочные чуваки бьют меня? Вероятно, это частицы его подсознания. Они защищают то, что скрыто в кристалле. Но, по идее, если найти все осколки, ты сможешь собрать его воедино. Тяжело быть человеком из песка. Да, блин, давай, к воде. Да не, к себе притяни, зачем ты, елки-палки? Через воду их они сразу вон, во, рассыпаются от воды. Хорош. И там последний остался. Нормас. Еще один. Я хотел к тебе поближе подойти. Вот так вот сделаю. Смотри, что у меня. Да блин. Давай, инжектор, елки. Красиво же. Красиво. Ну, Марко, за что так боролось твое подсознание? Вот ты рядом со мной, а вот тебя уже нет. Говорящий кристалл? Ладно. Похоже, он хранит частичку его памяти. МДЖ сказал, по городу разбросаны другие кристаллы. Буду иметь в виду. Ага, кристальчики собирай. Эй, возьмешь последний запрос? Там пассажир застрял в лимузине. Сейчас посмотрим, что там. Так, спасение пассажира в лимузине. Давай возьмем. Нам туда. Ганки, мистер Сумида еще там? Да, он сейчас Хейли. Она тянет время как может. Класс! Надеюсь, он объяснит мне, как писать эссе. И все с ним возишься? Слушай, раз меня уже взяли в УЭС, я мог бы помочь. Не, ты и так много для меня делаешь. И если ты поможешь мне поступить, то потом вечно будешь мне это припоминать. Да, это правда. Ну чё, я думаю, что это будет сейчас последнее задание с лимузином.
и будем закругляться. Эй! Не подходите к лимузину! Это паук! Бей его! Удар с раскачки. Вот, наконец-то я хотел этот удар. Они как папарацци, только еще и с пушками. Какие же вы мерзавцы! Оставьте вы человека в покое! Это я! Забудь о победе! О, нормально вот это было. Как там пассажир? Мужичок или женщина, вы там живы? Больницу. О-оу. Джона Джеймса. Сказать пауку. Так, мистер Джеймсон, доставим вас в больницу. Человек-паук, ты не поверишь, кто был в том лимузине. Не терпится узнать. Сейчас только запечатаю гидрант. Мистер Джеймсон, я Человек-паук, вы как? Я захожу, слева! Привет, паук! Смотри, кто здесь? Чего? А где? Человек-паук! Джона, свет очей моих, вы в порядке? Помогите! Меня почищают! Что? Нет, я вам помогаю! Сфотографируйте их! Преступники в масках похищают журналиста! Вы все такой же! Ну хоть врачам не грубите! Блин, я так и знал, что он сейчас скажет, что его похитили. Засранец. Он ненавидит пауков. Постоянно всякую пакость про них пишет. Меня похитили! Я согласия не давал! Я не... Угрозы! Всюду одни угрозы! Но Джона Джеймсон с этой темы не съедет! Я с этой темы не съеду! А куда я еду? Куда я еду? Какой же он все-таки долбан, этот репортер? Мистер Парк, где вы? А, директор Эванс, здрасте. Да, это я, Питер Паркер. Простите, случилось ЧП, я скоро буду, обещаю. Если я не увижу вас через 10 секунд, я... О, нет, связь... плохо... скоро. Не верится, что я это сделал. Где мистер Сумида? А, он только ушел. Сказал, что его ждет отпуск. Что? Это же здорово, Хейли. А еще, пока тебя не было, я узнал, что меня взяли в программу РЕНТ. Серьезно? Да. То есть полная стипендия? У всех большой день. Жаль, я пропустил. Ох, блин. Не могу смотреть. Но и не смотреть не могу. Директор Эванс. Да. Смотрите, кто соизволил явиться. Я знаю, что вы могли подумать. Подумать? Мне очень жаль. Тут и думать не о чем. Знаю. Это я очень смешно. Не хотел, чтобы так вышло, и этого точно не повторится. С меня достаточно. Но послушайте... Нет, не послушаю. Вы должны защищать учеников, а не бросать их. Вы уволены. Майлз, я не представляю, как совмещать подвиги с работой. Но я знаю, ты сам разберешься. Я не знал, что у Майлза подружка общается жестами, что она глухонемая. И сейчас комментарии начнут писать. А надо было проходить DLC, тогда бы ты все узнал. И не только сюжетку проходить, а вообще всю игру и все такое. Уф. Че, передохнем? На сегодня это все.
Если тебе понравилось и ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, Привет. Если ты еще не подписан. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Если так что, ты не до встречи. Учитель, который у нас был. Стоит вписать это в резюме? Слушай, в бюллетень Нью-Йорка...